Последние дни каникул четверо детей химчанки Анастасии Орешко часами пропадают на спортивной площадке прямо у дома. Занятий с лихвой. Раскачаться на новых качелях и карусели, зарыть машинку в песочнице, а еще скатиться по новенькой горке. Современную площадку с аллеей для отдыха в деревне Брехово этим летом установили после обращения в выездную администрацию. Благодаря Дмитрию Волошину, главе Химок, и администрации Центрального управления Кутузовская, нам удалось вот поменять площадку одну, вторую, аллейку, на которой можно отдыхать и мамочкам, и пенсионерам, и мы можем наблюдать детей с двух сторон, как с одной стороны площадки, и на второй все видно, очень удобно. Очередную выездную администрацию провели в Кутузовской средней школе. Просьбы граждан заслушивают еще на этапе регистрации и сразу отправляют к профильным специалистам. Жителей Брехова традиционно интересуют вопросы благоустройства, ЖКХ, тарифов на услуги, транспортной доступности. Так, например, химчанин Николай Жамков посетовал на уборку мусора. Объяснили все руководству, и они скорее примут меры. Ждем. А вот химчанка Ольга Волчкова пришла с вопросом по качеству воды. Обращение зафиксировали и приняли в работу. Очень хорошо, если вот куда-то бежать, ехать в какие-то организации, то тут рядышком все озвучил и записали. Я думаю, что проблемы решатся. Мы все понимаем, да, что территории они очень отличаются друг от друга, и где-то действительно какие-то вопросы проседают больше, какие-то меньше. Мне кажется, это любому специалисту, любому чиновнику самому это очень удобно и понятно, да, держать, как говорится, руку на пульсе. Параллельно с профильными специалистами администрации прием граждан ведут и депутаты. Обслуживание дорог в зимний период, подготовка к отопительному сезону, работа местного почтового отделения – лишь малая часть вопросов, с которыми жители обращаются к народным избранникам за несколько часов приема. Эти все вопросы мы распределим по профильным учреждениям и управлениям. Естественно, примем все в работу. Такой формат взаимодействия удобный, и прежде всего его предложили сами жители городского округа Химки, чтобы из микрорайонов не выдвигаться в Химки, не терять на это время. Администрация сама выезжает в микрорайоны, все начальники управлений и учреждений значит, также видят всю ситуацию на территории, и, естественно, эти вопросы более быстро принимаются в работу и решаются в оперативном порядке. Формат выездной администрации для городского округа Химки стал традиционным, и как успешный пример взаимодействия жителей и власти масштабируется в Подмосковье. И это неудивительно. Более 1000 жителей Химок не только получили результативные ответы на обращения, но и предложили свои варианты развития городского округа. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.